Приветствую всех на канале «Современные родители». Спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Надеюсь, что вам здесь понравится, и вы еще не раз к нам придете. На нашем канале вы всегда найдете интересные и полезные видеоролики с обзорами различных товаров для детей и их родителей. Если главным критерием вашего выбора изделий для своего ребенка является наилучшее соотношение качества и стоимости, то наш канал создан именно для вас. Оставайтесь с нами, и вы не запутаетесь даже в самом широком ассортименте продукции для детей и родителей. В моем сегодняшнем видео речь пойдет о детских смарт-часах. Эти многофункциональные устройства позволяют родителям обеспечить дополнительную безопасность своему ребенку и оставаться все время с ним на связи. Малыш же, в свою очередь, получает удобный и эргономичный аксессуар со стильным привлекательным дизайном и целым набором полезных опций. Каких именно, расскажу в обзоре. Я представлю вам 10 лучших смарт-часов для детей и познакомлю вас с их характеристиками и особенностями. Если какая-либо модель часов из этого рейтинга вас заинтересует и вы захотите порадовать свое чадо таким подарком, то узнать актуальную стоимость понравившегося устройства и приобрести его вы сможете, перейдя по ссылкам на интернет-магазины, которые я размещу для вас в описании под этим роликом. Итак, приступаем к обзору 10 лучших детских смарт-часов. Желаю вам приятного просмотра. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Смарт-часы Elari Kit Phone 2 отличаются простотой использования и доступной ценой. Устройство ориентировано на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Многофункциональный аксессуар выпускается в одной классической и трех ярких расцветках, что позволит ребенку выбрать наиболее привлекательный, по его мнению, вариант. Легкий и сравнительно небольшой пластиковый корпус часов имеет прямоугольную форму с закругленными углами. Ремешок гаджета выполнен из силикона. Часы удобно садятся на руку ребенка и совершенно не мешают ему заниматься привычными делами. Напротив, режим на занятиях поможет крохе не отвлекаться, а будильник не даст малышу проспать. Датчика снятия с руки у этой модели смарт-часов нет, так же как нет и водонепроницаемости. Корпус часов защищен только от попадания слабых брызг, но не более. Впрочем, у этого гаджета и без того немало достоинств. Он получил яркий цветной сенсорный экран квадратной формы с диагональю 1,4 дюйма и аккумулятор емкостью 450 мАч, обеспечивающий гаджету до 72 часов автономной работы. Модель оборудована чувствительным микрофоном и громким динамиком, а также слотом для сим-карты формата микросим. Смарт-часы могут не только принимать звонки, но и совершать их. Подчеркну, что гаджет поддерживает работу только в сетях 2G, что необходимо учитывать при выборе симки. Основные функции детских смарт-часов схожи, поэтому рассмотрим их на примере этой модели подробнее. За определение местоположения ребенка отвечают встроенные системы GPS, GLONASS и LBS. С их помощью родители смогут узнать, где находится малыш, и отследить его передвижение по карте. Управление смарт-часами осуществляется через мобильное приложение Elari Safe Family. В настройках имеется функция контроля периметра, благодаря которой родители получат уведомление, если ребенок покинет пределы предварительно указанной геозоны. Для экстренных случаев в гаджете предусмотрена специальная кнопка SOS. Как только малыш ее нажмет, родителям немедленно придет соответствующее сообщение с геопозицией крохи и аудиозаписью с микрофона часов. Возможность дистанционного включения микрофона с целью прослушки может использоваться родителями в любой момент. Гаджет поддерживает функцию аудиомониторинга, что позволяет узнать подробности жизни ребенка, о чем он разговаривает с друзьями, кто его обижает и так далее. Меню часов выполнено в стиле эмоджи, поэтому обязательно понравится ребенку и будет поднимать ему настроение. Смарт-часы Jet Kit Scout можно назвать улучшенным аналогом гаджета, рассмотренного ранее. Устройство позволяет родителям в любой момент узнать местонахождение своего ребенка, созваниваться с крохой, обмениваться голосовыми сообщениями и отправлять ему SMS, а также прослушивать, что происходит рядом с малышом. Для определения местоположения ребенка гаджет использует системы GPS, AGPS, GLONASS и LBS.
Управление смарт-часами осуществляется через фирменное приложение. В нем же можно посмотреть историю перемещения ребенка, указывать пределы геозоны, при выходе малыша за которые часы будут посылать родителям оповещение. Для экстренной связи предусмотрена кнопка SOS, нажав которую ребенок сможет сигнализировать родителям, что находится в опасности. Устройство оснащено датчиком снятия с руки. Также имеется функция поиска гаджета на случай его потери из виду. Опция включает на устройстве звуковой сигнал. Часы имеют простой и понятный для малыша графический интерфейс. Цветной сенсорный TFT-дисплей выдает яркое и четкое изображение, а батарея емкостью 400 мАч обеспечивает до 3 дней автономной работы. Благодаря установленному в гаджете производительному одноядерному процессору MTK-2305 часы демонстрируют стабильную работу без зависаний. Пластиковый корпус гаджета имеет стильный двухцветный дизайн и выпускается в трех вариантах расцветки. Имеется защита от брызг, корпус прочный, устойчивый к механическим воздействиям, но ронять часы, конечно, нежелательно. Силиконовый ремешок часов легко регулируется, так что гаджет будет удобно сидеть на руке вне зависимости от толщины запястья ребенка. Продолжают рейтинг смарт-часы Elari KidPhone Fresh. Это уже более дорогое устройство, но и обладающее более впечатляющими характеристиками. Преимуществами этой модели перед упомянутыми ранее устройствами являются наличие камеры, поддержка работы с Wi-Fi и имеющаяся пыли и водонепроницаемость стандарта IP67. Такой уровень защиты ограждает гаджет от негативного воздействия пота, дождя, брызг и мелких частиц, вроде песка. Устройство даже способно пережить падение в лужу. Однако мыться или плавать в часах нельзя. Имеющаяся водостойкость защищает гаджет только при кратковременном контакте с водой. Кроме того, подчеркну, что камера устройства может использоваться только для фотосъемки. Поддержки видеозвонков у гаджета нет. Также у этой модели нет датчика снятия с руки и фонарика. Дисплей устройства имеет диагональ 1,3 дюйма, матрицу IPS и разрешение 240 на 240 пикселей. Картинка яркая с насыщенными цветами, что делает еще более привлекательным красочное забавное меню с фруктами в стиле эмоджи, которое определенно понравится ребенку. Смарт-часы Elari KidPhone 3G – вполне серьезное устройство, которое позволит ребенку почувствовать себя взрослым. Этот гаджет первым из детских смарт-часов получил встроенного голосового помощника Алису от Яндекса. Малыш сможет задать ей любые вопросы, что позволит ему быстрее освоить изучаемый материал, расширить кругозор или просто развлечься. Как понятно из названия модели, устройство поддерживает 3G. Помимо прочего, это устройство примечательно камерой на 2 мегапикселя, позволяющей делать фото и поддержкой видеозвонков. Подчеркну, что длительность видеозвонка ограничена 3 минутами. Такое ограничение установлено с целью предотвращения перегрева и преждевременного разряда батареи устройства. Следующий видеозвонок с умных часов может быть совершен не ранее, чем через 5 минут после предыдущего. Гаджет оснащен датчиком снятия с руки и кнопкой SOS, при нажатии ребенком на которую его родители получат экстренное сообщение с координатами местоположения часов и записью окружающей устройства обстановки длительностью 30 секунд. Устройство выпускается в двух классических расцветках. Имеется защита от воды и пыли по стандарту IP65. Ну и, конечно, в рейтинге лучших нельзя не отметить детские смарт-часы Elari KidPhone 4G. Если в предшествующей модели, поддерживающей работу в сетях 3G, вся познавательно-развлекательная составляющая функционала обеспечивалась встроенным голосовым помощником Яндекса, то в этом устройстве, помимо готовой помочь малышу найти ответы на все вопросы Алисы, предусмотрены еще и развивающие игры и MP3-плеер. Гаджет способен хранить и воспроизводить треки через устройство Bluetooth. Для заливки треков в память часов нужно только подключить устройство к компьютеру посредством зарядного кабеля. Помимо поддержки 4G и прочего, в числе достоинств этого устройства стоит отметить камеру на 2 мегапикселя для фотосъемки и видеозвонков.
Гаджет надежно защищен от пыли и воды по стандарту IP67, что позволяет ребенку играть в песочнице и мыть руки прямо в часах, не переживая за их сохранность. Однако стоит уделить должное внимание устройствам от компании Jet. Одними из самых доступных детских смарт-часов этого бренда является модель Jet Kid Connect. Ссылки на этот гаджет и все другие модели, вошедшие в данный рейтинг, вы найдете в описании под видео. Главной особенностью этой модели умных часов является LBS-геолокация. Позиционирование GPS GLONASS в этом гаджете отсутствует. Устройство определяет местоположение исключительно посредством вышек сотовой связи. Смарт-часы оснащены встроенной камерой, поддержки видеозвонков нет, камера может использоваться только для фотосъемки. Датчика снятия устройства с руки также нет, зато имеется предусмотренная для экстренных случаев кнопка SOS. При нажатии на нее ребенком гаджет отправит вызов на сохраненные в настройках номера телефонов. В качестве SOS-номеров можно указать до 3 телефонов. Еще одно интересное и качественное устройство, заслуживающее места в этом рейтинге, это смарт-часы Baby Watch Q90. Главными преимуществами этой модели являются крупный сенсорный дисплей диагональю 1,54 дюйма, выдающий яркую и четкую картинку, а также мощная батарея емкостью 600 мАч, обеспечивающая гаджету до 100 часов автономной работы. Для определения местонахождения устройство использует не только системы GPS, AGPS и LBS, но и Wi-Fi. Гаджет оснащен датчиком снятия с руки и, конечно, кнопкой SOS. Имеющаяся в смарт-часах телефонная книга вмещает 15 номеров. Голосовой помощник и камера в этой модели отсутствуют. Для развлечения малыша в гаджете предусмотрена математическая игра. Корпус устройства защищен от пыли и брызг по стандарту IP54. Продолжают рейтинг смарт-часы Jet Kid Next. Устройство относится к гаджетам бюджетного класса и оснащено базовым набором функций. Наворотов здесь не найти. Это простое и надежное устройство, позволяющее ребенку знать точное время и в любой момент связаться с родителями, а родителям быть в курсе, где их чадо находится в текущий момент, и также связаться с ним, как только это понадобится. Развлекательная составляющая функционала в этой модели отсутствует полностью, так что малыша ничто не будет отвлекать от его дел. Устройство оснащено датчиком снятия с руки и кнопкой SOS, при нажатии ребенком на которую родители мгновенно получат тревожное сообщение. Дисплей у гаджета не сенсорный и монохромный, что делает это устройство подходящим для детей с серьезным характером. Следующую строчку рейтинга занимает весьма продвинутая модель детских смарт-часов Jet Kid Swimmer. Главной особенностью этого гаджета является водонепроницаемость корпуса по стандарту IP67. Устройство можно полностью погружать в воду на срок до 3 минут. То есть ребенок может, не снимая часов, не только мыть руки, но и купаться. Гаджет оснащен встроенной камерой, с помощью которой малыш сможет делать фотоснимки. Поддержка видеозвонков отсутствует. Нет и датчика снятия с руки. И тем не менее, это отличное устройство. Для определения геолокации гаджет использует не только сети GPS, AGPS, GLONASS и LBS, но и Wi-Fi, что существенно увеличивает точность вычисления местонахождения. А прежде чем назвать последнюю модель детских смарт-часов, вошедшую в этот рейтинг, я хочу спросить вас, дорогие зрители, какие требования вы выдвигаете к подобным гаджетам для своего ребенка? Какие функции детских умных часов для вас наиболее важны, и их наличие является обязательным условием для приобретения вами той или иной модели? Пишите свои ответы в комментариях. Жду ваших мнений. Завершают рейтинг смарт-часы Jet Kid Gear. Устройство выпускается в 5 расцветках и имеет привлекательный дизайн в спортивном стиле. Корпус надежно защищен от брызг, но купаться в часах нельзя. Дисплей гаджета имеет круглую форму и демонстрирует яркое и четкое изображение. Имеющаяся встроенная камера способна делать только фото. Поддержка видеозвонков у этой модели отсутствует. Геолокацию гаджет определяет весьма точно, используя для этого
этого GPS, AGPS, GLONASS, LBS и Wi-Fi. Для экстренных случаев предусмотрена кнопка SOS. Также имеется датчик снятия устройства с руки. На этом рейтинг лучших детских смарт-часов подходит к концу. Спасибо всем за просмотр этого видео. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому обзору. Также я надеюсь, что вы подпишетесь на канал «Современные родители», если вас еще нет в числе наших подписчиков. На нашем канале для вас всегда подготовлены интересные и полезные видео с обзорами и топовыми подборками, которые помогут вам выбрать для себя и своего ребенка лучшие товары с оптимальным соотношением качества и цены. Всем, кто заинтересовался устройствами из этого рейтинга, я напоминаю, что ссылки на все модели часов, которые вошли в этот топ, вы найдете в описании под роликом. Желаю вам приятной покупки! Можете не сомневаться, ваш малыш будет рад такому подарку. А я благодарю вас за внимание и жду вас снова на канале «Современные родители». Новые видео я опубликую уже совсем скоро. Не пропустите! Обещаю, будет интересно! До новых встреч на нашем канале! Всего доброго вам и вашим детям! Удачи всем! Пока!